река Дон, поворот около Трехостровской. Добрый день, дорогие мои друзья, мои подписчики и гости моего канала. Трехостровской. Правый берег Дона у нас. Вот мы тут. Иногда, но бываем, очень красивые места. Природа, воздух. Маленькие рыбки поймали. Щучку хорошую, подлещика, забанчика. Даже какую-то соплю поймали. Потом покажем. Вот вечерний Дон, 17 часов. Сейчас наша паромная переправа. Катерочек вот ее толкает. О. Тихий Дон, ветра нет, спокойно. Там вот в деревьях турбаза. Такая красота. О, рыба играет. Видал, рыба играла? Рыба играла, видал сейчас? Здоровая. А вот прямо отсюда, прям пока плывем. Запутаешься. Там на том берегу еще ловят. Вон вдалеке. Красивое небо, сейчас облака. Здорово. Так вот открывается Трехостровская это. Ну, такая и школа есть, работает, ученики у них тут есть. Народ живет. Вот так вот. По тросику прокатываем. С одного берега на другой. Дома построены. Красота. И вот мы уже на этом берегу. Паром идет буквально 2 минуты. В общем, кроме щуки на кило 800, вот это подлещик? Да. Вот это окунек, по-моему, да? Или ёршик? Окунёк. Окунёк, вот это забанчик. Кто? Забанчик. Это кто? Верхоплавка. Верхоплавка, а это? А это сопля. Соплявка? Сопля. Так и называют? Ну да, сопля. Новую рыбу какую-то. Вот сегодня на Дону были, переправлялись на тот берег на пароме. Привезли ребята, ну молодцы. А это подруга живая. Ой, я боюсь ее даже брать. Так, ну я на кило 800. Лекарство хочу принять.